стало понятно, что северо-вьетнамская армия пойдет на любые жертвы, чтобы удержать свой аванпост на неприступной, окруженной со всех сторон джунглями горе в Южном Вьетнаме. Войска США стягивают значительные силы, готовя штурм позиций СВА. Официальный Ханой заявляет, что любое наступление обречено на провал из-за крутого рельефа и мужества бойцов СВА.
доме готов! Граната пошла! Сюда! 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 Сюда!
Наши войска были переброшены на базу, расположенную на господствующей высоте долины Тингли, ключевой области в Южном Вьетнаме. Им поставлена простая задача – удерживать высоту и не позволить силам Северного Вьетнама отбить позицию. По донесениям разведки, обнаружены крупные силы красных, сосредоточенные в этом районе. В ОЦК считают, что они планируют атаковать базу для того, чтобы установить контроль над этой жизненно важной в продовольственном плане областью.